Вероника собиралась час, мы с Леончиком за 10 минут. Ну, здравствуйте. Это Рустам, Леон и Вероника, русский family vlog. У нас много дел в городе. Надо забрать Вероникины посылки, возможно, заехать за родителями на дачу. Ну, а еще мы собираемся на ежегодную кулинарную, короче, там, выставка, собрание food and wine. Ярмарка, вот. Различные рестораны, заведения, бары выставляются, и за, скажем, приемлемые цены реализуют свою продукцию. Типа того, наверное. В прошлом году мы были, вот видео здесь, можете глянуть, посмотреть. А сейчас мы едем найти что-нибудь вкусное и попробовать это. Да? И понямать, покушать, короче. Вот он какой. Тоже хотите посмотреть, что там есть. Поехали. Сейчас Веруська спускается, а мы выходим уже на улицу. Я спал, вот не так давно проснулся. Сегодня ломает весь день. Просто труба. Так спать охота. Трындец. У меня вообще такое состояние, как будто я вчера гулял где-то очень долго, а поздно лег спать. Не выспался. Вот я не выспался, но я вчера вообще не гулял нигде. Я в 11 уже спать лег. Ну, видео помонтировал в половине 12-го, я уже уснул. Все. Ну, таким разбитым я не был давно, вот честно говоря. Не знаю, что, погода это или... Может, у меня просто сушняк. Воды попить, может, недостаток в организме воды или кислорода, или... Хотя вроде мы гуляем. Сегодня вот гуляли с Леончиком тоже утром. Ходили в Ситимол опять, потом по дворам здесь гуляли, по детским площадкам. Ну, эй, ты чё, а? Маму увидел? Мама идет там. Держи. Погода еще непонятная. Вот, ну, сейчас теплее, да, стало, чем сегодня было утром. Кто там плачет? Какая-то лялечка плакает маленькая. Чё она плакает? Не знаешь? Ты спроси у неё. Эй. Щукастик. Эй, щукастик. А еще заправиться надо. И вот про посылки я уже сказал. Там 5 или сколько, 6 посылок пришли Веруськины. Вероника говорит, ты меня не показываешь в видео. Говорит, покажи меня. Я, говорит, час собиралась, полтора. Ты чё? Да, ну неправда. Сейчас покажу, конечно, сейчас покажу. Так... Тебя как, на X2 я сейчас снимаю? Меня можно на X5, чтобы всю мою морду видно было. Вот такая мамочка у нас сегодня собралась на food and wine. Но Веруська не пьет, я тоже, поэтому мы будем там что-нибудь кушать. Что-нибудь кушать. Вкуснова. Ветерок есть, но... Ну вот мы его неплохо одели. Неплохо. Все-таки без рукавки потом надо. Потом накинем. Все, поехали. Поехали. В парке сколько машин. Людей тоже очень много. Там вот сейчас проезжали. Ура, ура. Мы приехали. Леончик, конечно, не особо хотел сидеть в машине. Но мы выдержали это испытание и идем на food and wine. Да, с парковкой, как и в прошлом году, проблема. Все дворы заняты машинами. Я не знаю, почему именно вот эта ярмарка не организует как-то парковку, как-то придумывает, как-то договаривается, не знаю. А нету места. Ну, не знаю, вот это... все во дворах заезжают. Ну, а потом все жалуются. Вот да. В этом и проблема. Леончик счастлив. Там уже я видел только что кто-то наше хачапури унес. Ой, я, кстати, не особо голодная, но что-нибудь бы вкусненько перекусила. Ты как, Русик? Да, да, обязательно. Потому что просто так я сюда больше ездить не буду. Просто первый раз, это я его говорила в прошлом году. Но нам же понравилось, Русь. Мы ходили, снимали только. Да, и мы не особо кушали, по-моему, в конце Додо пиццу заказали и все. А в этот раз мы хотим что-нибудь уже попробовать. Я думаю, можно шашлык взять. Ты как? Как вариант. Не знаю, короче, надо смотреть, что есть. Надо смотреть, что есть. Пойдемте посмотрим. Руся говорит, все съели уже, Верусь, все съели.
Надо было сюда приехать на машине. А заезда же не было, там же стояла машина. Вот так. Ой, да мы же хорошую парковку нашли. Ну, а? Знаешь, как говорил Мавроди, сомневаться надо, когда ты делаешь выбор. Когда выбор сделан, сомнений быть не должно. На фоне гаражей афоризмы. Ребенок увидел детскую площадку. Ну что, мы здесь, Леон, ты рад? Всегда, каждый раз. Редко заказываю. Слушай, ну в этот раз хотя бы навесы есть. В прошлый раз было очень жарко. Розыгрыши какие-то, кто-то разыгрывает там. Сделаем обратно отчет на перерыв. Вот это в прошлом году. Короче, ничего не слышно. Танцы, танцы, танцы. Тут попивают алкоголь. Народу очень много. Ну и площадь, конечно, тут небольшая. Я думаю, вся вкуснотища где-то там. Мы не одни. А ты плов не хочешь? А можно посмотреть? Ах, какой. Почем порция плова? Полторы. Полторы. Нормально, нормально. Пока погуляем, да? Мы только пришли. Но если что, за пловом сюда вернемся. Да, с коляской, конечно, сюда было не самое лучшее решение. Ну, что поделаешь? Ничего не сделаешь. Мы уже заехали. Единственный вариант теперь проехать и, короче, коляску. И выйти вместе с коляской. Вот Дуду пицца, про которую говорила Веруська. Везде очереди, люди. И тут жарят. Варят. Хорошо. Хорошо у нас. О, туда же вот на самокатах, так что у нас все нормально. Где они? Я их потерял. Я их потерял. Где они? Где они? Вот они. Вон они. Пойдем столик найдем. Тут вот, смотрю, мясо. Мясо несут. Ну, со столиком тут тоже, наверное, будет, да? Со столиком найти как бы не... Не так легко. О, вот кому-то на ногу наехал, извиняюсь. Знаешь, вот в такие моменты, когда еще с дома выходишь, ты поел, и тебе неохота прям сильно кушать, да? Я вот плов посмотрел, вроде бы да, но я не хочу сейчас. Нет, тут все... Все... А? Да, все занято. Шляпку надо. Шляпку? Кепку? Да, кепку. У нас есть кепка, сейчас. Кепка вот здесь у нас. У нас все есть. Все, что надо, мы готовы. Все, теперь нас не узнают. Теперь нас не узнают. Все. Да, как ты думаешь? Да, да, да. Давай внутрь посмотрим. Я, в принципе, не знаю, павильон там шашлыки обычно. Как вариант, да? Ну ничего, мы справляемся. Наверное, пока что. Пока что да. Коктейльчики алкогольные, безалкогольные. Давай тут постоим. Давай я с ним постою. Мы разделились с Веруськой, она пошла здесь выбирать себе что-нибудь покушать. Главное теперь найтись и встретиться. Мы зашли в зону баров с Леончиком. Вроде пока ему нормально. Тебе как, нормально, нравится? А вот и мама. Че, выбрала же? Вообще нет ничего такого. Где-то хот-доги видела, но не знаю, где они. Надо искать хот-доги. Я к ним и сюда пришла, мне казалось, где-то здесь. Мне кажется, там дальше, пойдем. Оба. Ага. Шумно, дымно, короче. Два пельменя на месте, все в порядке. Ага. Нас этим не напугает. Вот всегда в такое время не хочется кушать. Пойдем, пойдем.
Витя машет, ему нравится музыка. Берусь. Он там всем машет, ему нравится музыка. Он там всем машет. Балдеть. Ты всем машешь? Он, кстати, вообще не напугался музыки. Пойдете танцевать с ним? Это из-за тебя. Берюшка с ним постоянно дома танцует. Ему нравится. Там просто очень шумно. А вот здесь самое то. Там очень, да, шумно? А да. Здесь его прям вообще в кайф. Короче, мы так и не знаем, что будем кушать. Не определились. Но все, мне кажется, кто после коктейлей, все там уже балдеют, танцуют. Вот он будет маме, танцор. Довольный. Вот так самое то, вот. Закупать мохито, хот-доги искать, Верутька с Леном будут тут, короче, они сидеть, отдыхать, ждать меня. А стоял очередь минут 7, я сейчас вот возьму 2 хот-дога куриных, там где-нибудь дальше куплю морс напиток. Верутька хотела мохито, но здесь закончилось оно уже, либо очередь километровую, и пойдем кушать. Я надеюсь, что было слышно меня, потому что шумно, труба. Все, мы оттуда выезжаем. Очень шумно, много людей, большие очереди. Взяли хот-доги и фри. Пип-пип! Вообще какой тут движняк. На выезд. Напитки купим где-нибудь там, короче. Короче, Леону понравилось. Мы даже успели себе кое-что купить, поэтому нормально. Конечно. Кого? Фри, где все? Вилла Боргезе, самый крайний слева. Пошли. Вау, там вон какая-то. Ну вот так вот. Все, мы на выход. Было прикольно, было интересненько, но... Тён. На руки хочешь. Короче, там прикольно, но чуть тесновато нам показалось. И, наверное, с детьми надо идти пораньше, когда еще не так много людей. В самом начале, я так думаю, там можно еще погулять с коляской, выбрать что-нибудь. А потом уже тяжелее это делать. Но, в принципе, мы нормально погуляли, купили даже себе покушать. Поэтому вообще хорошо. Сейчас зайду в мини-маркет, возьму напитки, потому что там не захотел стоять. Очередь выжидать.
Вот, и попробуем хот-доги. Вилла Боргезе по 1000 тенге за штуку. Здравствуйте, а есть мохито? Да. Так, получается 240, это литр? Не считая тар. Да, не считая тар. И стаканчики есть, да? Давайте тогда, а есть 1.5 литра? Давайте 1.5 литра мохито и 2 стаканчика. Маленьких, больших? Больших, давайте. Короче, мне даже получилось купить мохито, как хотела Вероника, в пивном магазине. Такой прохладенький, стаканчики и 475 тенге, 1.5 литра. Сейчас перекусим и поедем за посылками. Ну что, мы приехали за посылкой. Находится вообще пункт выдачи, как я понимаю. То ли в квартире, то ли здесь помещение снимают. Короче, жилой комплекс Отау. Это на юго-востоке за... Знаете, мороженое Айза, вот в этом районе. Здесь новый жилой комплекс. Я был один раз здесь, но совсем как бы так, проездом, скажем. Очень крутой жилой комплекс с площадками, с беседками, игровой такой корт, насаждение. Сейчас покажу. Вот так вот все выглядит, ухоженно. Везде такой искусственный газончик. Да, детские площадки. Там мальчики в футбол играют, да? А мы с Леончиком в машине остались. Ждем маму. Да, Вируська пошла за посылками. А Леончик тут делает... Короче, изучает... Подойди, подойдите. Он тут машину изучает. Подождите. У нас в багажнике очень много вещей. Надо их в гараж будет отвезти. Поэтому у нас коляска сегодня спереди. Вот так вот. Леончик хочет тут ползать, но у него не совсем получается. Да. Вот так. Сейчас заберет Вируська счастливо посылки и придет к нам. Леончику прям нравится руль. Он вот так стоит тут. Без носочков. Вот. Футболочки. О, уже нашел там переключатель. Он ближний, дальний включает. До этого он включал омывайку. Нравится ему вот эти щетки. Омывайка. Да. Вот так, да, все, теперь как хорошо видно, прям чисто все. Ой, молодец. Ой, молодец. Ой, молодец какой. Мальчуган. Я с посылками. В каждом дворе в Китае есть такая точка, где ты посылки забираешь. Тут точно так же. Вот один в один. Я когда спустилась, такая, блин, ну прям вот, ну, ностальгия. Русь, ностальгия. Там, если бы ты спустился... Я не подъеду и потом на дачу поеду. Русь, это просто вообще как в Китае все. Это все с Китая. С Китая все. С Китая как в Китае. Вообще. Это оттуда сюда приезжает. А отсюда туда можно? Как ты думаешь, сколько я заплатила? За доставку? Да, тут полкило. Полкило, 1500. Да, 1700. А мы тут пока все изучаем, вот. Вот. Свечки красные, мы жарко. Да не, нормально. А сколько посылок? 5. Ва, будет распаковка в следующем видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. До новых встреч. Пока-пока.